Оказались без рабочего места. Последние торговые павильоны сегодня демонтировали с привокзальной площади в Иркутске. Они стояли там более 10 лет. И мало того, что портили облик города для приезжих, так еще и все 12 киосков были установлены незаконно. На сбор вещей предпринимателям выделили полдня. После этого рабочие и специализированная техника начали демонтаж павильонов. Примечательно, что незаконным оказалось и подключение киосков к электросети. Почему этого не замечали раньше, неизвестно. Однако точно ясно, что будет на этом месте уже через 2 месяца. К началу осени здесь планируется обустроить бесплатную парковку. Работы начнутся уже на этой неделе. Стоит также отметить, что заставить предпринимателей покинуть насиженные места удалось только с помощью суда. С 2013 года длились судебные тяжбы в отношении данных торговых объектов. Значит, часть у нас была демонтирована в марте 2016 года, сейчас демонтируется. У всех, конечно, разная реакция. Кто-то нам идет навстречу, понимает без вопроса. С кем-то, конечно, приходится судиться. Кто-то добровольно освобождает места, кто-то принудительно.